Пскове состоялся второй этап летней юношеской спартакиады учащихся России. В соревнованиях по самбо весовой категории до 52 килограммов третье место заняла устюжанка Анна Батакова. Воспитанники детской и юношеской спортивной школы приняли участие в открытом первенстве по плаванию на Кубок главы Тотемского муниципального района. По итогам многоборья в своих возрастных группах второе место у Ксении Вайгачевой. Третьими стали Анастасия Хомутинникова, Никита Круглов, Полина Доронина, Лев Гладких и Сабрина Фатиева. В эстафетах великоустовские пловцы завоевали 5 вторых и 1 третье место. В общем зачете наша команда заняла второе место после Череповца. На базе Морозовской школы прошел районный финал оборонно-спортивной игры «Зорница». 14 команд соревновались в разборке-сборке автомата и стрельбе, строевом смотре, фрироупе, летнем биатлоне, медико-санитарной подготовке. Штурмовали высоту, показывали знания истории военных дат, выступали с визитной карточкой. По итогам двух соревновательных дней победили в средней группе «Зорничники» Полдерской школы, в старшей группе команда Морозовской школы.